Сегодня в Кемерове подвели итоги литературной премии «Новое кузбасское слово». Ее учредитель – сибирская генерирующая компания. 12 лет энергетики поддерживают и поощряют самых талантливых писателей региона. В конкурсе участвуют как профессиональные авторы, так и любители. В этом году работы заявили и юные творцы до 17 лет. Произведение оценивало жюри. Фаворита выбрали и читатели с помощью онлайн-голосования. С текстами можно познакомиться в официальной группе ВКонтакте. Бывают какие-то моменты, когда вот ты что-то осознаешь, и тогда появляется стихотворение. Сейчас я вообще думаю над тем, чтобы поступить в хороший вуз, но в планах, конечно, творчество все равно остается. Проведение таких конкурсов – это один из механизмов для того, чтобы именно творчество наших писателей и поэтов дошло до каждого человека в Кузбассе. Вместе с компанией «Сибирская генерирующая» мы это проводим в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса.